За 11 месяцев текущего года в крае на 3000 снизилось количество наркопотребителей. Нет больных наркоманий среди несовершеннолетних. За эпизодическое употребление на учете состоит 52 подростка. К сравнению, в 2015 году их было более 80 человек. Почти на 55% снизилось количество преступлений среди несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. И в 2,5 раза уменьшилось число преступлений, совершенных подростками в состоянии наркотического опьянения. В 2 раза меньше подростков, впервые поставленных на учет у врачей-наркологов. В 2015 году в крае таких было 66, в этом году 29. Вместе с тем тревогу вызывает большое количество больных алкоголизмом и продажа табака несовершеннолетним в районе учебных заведений. Глава Анапы Сергей Сергеев дал своим подчиненным четкие указания. Я знаю, что, допустим, вот по Анапской, в районе школы, провокационно была покупка. На витрине нет. Спросили, она выложила. Значит, для чего держит? Это умышленное правонарушение. То есть, когда они на витрине, тут подошел, а вы знаете, что 100 метров и так далее, и так далее. А вот когда из-под полы достают, человек знает, что он нарушает, понимаете? За это надо карать.